она... А, так, можно еще разочек? Я просто хочу... Это в том случае, да, когда рука оказывается... Нет, то есть я сама скидываю все. Так. Я обычно здесь толкаю сюда и вот, пролазю. А. Потому что идеальный вариант это если здесь. Но идеальной ситуации не бывает, само то есть собой, иногда выходит и отсюда сделать на самом деле. Так, окей. Вот. Но идеальный вариант если здесь выходит. Тогда эта нога здесь, и я делаю... Ты ставишь ногу близко? Да, и как можно ближе, потому что мне нужен как можно глубже этот брич. Мост, да. Я просто делаю мост и сразу сделаю круг, да. Понятно, можно я разочек? Да, конечно. А то есть... Грант, мы опять выметываем литовский. Так, то есть... Это мост сюда, сюда, и так. Здесь хватает, можно дальше. Мы же вместе, она берет. Да, это идеальный вариант. И так, и это... Да, то есть... Нет, я... Да, и... Вот, теперь можно дальше. Да ладно. Я это делаю, то есть на людях. Да, слушай, на живых? На живых. То есть это работает на практике, не то, что я придумала. Блин, ну сложно, если честно. У тебя получилось? Ну получилось, но как? Ну надо. Нет, тут просто, на самом деле это просто. В чем секрет? В вот этом крюке, ты просто поднимаешь? Этот клюк. Глубокий, как можно глубже этот. То есть я не просто так ставлю. Я понимаю, да. Я ставлю как можно глубже здесь. Мостик. И тогда это и дает. И есть идеальный вариант, если мне выходит захватить противоположное плечо. Поэтому я здесь захватываю на себя тяну. То есть я не просто так тяну. Я здесь беру и локти на себя делаю. И тогда отсюда мостик и сразу курок на бок. И эта нога в основном выталкивает его. Та нога, которая хук делает, она в основном выталкивает, а вот это все вспомогательное уже идет. Он заканчивает. Нога начинает на круг вот этот, а это все заканчивает. Пришлешь потом.